А сколько пасхальных яиц вы нашли? Первое пасхальное яйцо находится в событии героев в ледяном сердце. Немножко правее пролистайте, и там вы его сумеете найти. Второе пасхальное яйцо находится в событии таинственные трансферы. Если вы пролистаете в самый конец вправо, то там вы сумеете найти это таинственное яйцо. Информация о том, где находится третье пасхальное яйцо, я публикую все вам сегодня у себя в телеге. Всю подробную информацию, которую я публикую, она идет от Сапурита. Сапурит нам сообщает о том, что 28 марта нас ожидает выход событий Лига Чемпионов. Это будет мини-событие, и в этом событии нас всех будет ждать небольшой абонемент. Это не будет глобальный звездный абонемент, как мы привыкли. В этом событии, которое нас будет ждать, находится ровно 4 главы, оно будет двухнедельным, и мы совместно с вами вполне возможно то, что сумеем побороться без какого-либо доната за карточку до 97 рейтинга. За накопленные нами самоцветы.